Re, viss ēters ir te. В Латвии сегодня снова горят костры. Это традиционная часть мероприятия в память о событиях 29-летней давности. В январе 1991 года жители Латвии собрались, чтобы защитить стратегически важные объекты. В эти минуты в Думском соборе проходит концерт, а утром на площади рядом с церковью собрались участники событий 1991 года. Это наша победа. У нашего народа не было так много этих побед. И это яркая победа, которая имела значение не только для Латвии, но и для всей Восточной Европы. Представьте, если бы пришло правительство Рубикса. Советский Союз разваливается, и мы становимся таким заложником. Вряд ли бы и эстонцы попали бы в ЕС и НАТО, и карта Европы была бы другой. Традиционно памятные мероприятия, посвященные баррикадам, посещают школьники и Яунсарги. Для меня этот день — это возможность вспомнить, как мои бабушки и дедушки участвовали в баррикадах, вспомнить их истории, которые они нам рассказывали, и, может, немного почувствовать то, через что они прошли. Напомню, баррикады по инициативе Народного фронта начали возводить еще 13 января 1991 года. Это произошло после трагического штурма телевидения в Вильнюсе. В Риге 20 января стало кульминационным днем в истории сопротивления. Тогда ОМОН попытался занять здание МВД. В результате перестрелки у Бастионной горы погибли 5 человек.